А, твой какой? Мой. Сергей, ты что не берешься? Вот твои надо. Ну, играть с таким соперником, как Динамо, всегда тяжело, никогда не бывает простых игр. Мастеровитые, опытные игроки. Наверное, основная заслуга того, вот этого результата, да, то, что мы играли сердцем, играли не каждый сам за себя, а играли на команду. И у нас небольшое событие произошло, не очень приятное. Мики вчера сделали операцию, благо, что сделали хорошо, и, наверное, задача еще была играть за этого человека и у меня. Играть не только за себя, за команду, но и еще человека, которого нет с нами. Ну, конечно, скорейшего выздоровления ему. Мы его ждем, любим. И быстрее, чтобы он вернулся к нам.